Всем приветики, купила себе новогоднюю шапку, и теперь в Новый год я буду выглядеть как надо, как Дедушка Мороз. И при покупке этой шапки на ней был штрих-код, который отвалился, и на обратной стороне которого я обнаружил чип. И подумать себе не мог, что такое вообще возможно. Все, наверное, видели в больших магазинах, где есть пищалки на выходе рядом с кассами. Есть на товарах такие пластмассовые штуки. И если и нести товар не через кассу, то эти пластмассовые штуки пищат на выходе. Вернее, их считывает эти вот выходные эти приборы и начинают пищать. Но о том, что и штрих-коды могут пищать из-за того, что на них есть чип, и подумать не мог, что такое вообще возможно. Но оказывается, возможно. Там какая-то такая есть полосы, я не знаю, что есть ли на них какие-то контакты, но это точно выглядит как контакт. Вот. Поэтому это немножко меня удивило. Я думаю, ничего себе, до чего дошел прогресс. Обычно кажется штрих-код, но на обратной стороне. Ну, если пластмасска такая висит, понятно все. Но штрих-код, на обратной стороне которого чип, это что-то вообще технологии, новые технологии, до чего дошли, капец просто. Вот, а вот в такой вот шапочке я буду сидеть на Новый год. По-моему, круто. Вот, на этом все, всем покедова.